Давай я сейчас сделаю. Американские военные в городе Лас-Вегас, штата Калифорния, теперь обязаны неукоснительно соблюдать постановление Муниципального совета, согласно постановлению американской военной, теперь обязаны носить нижнее белье и т.д. Вот это все, как думаешь, поставить, нет? Как хочешь, можешь поставить. Получается, ты в Рио, да, типа? Стоишь? Я, да. А почему не посылаешь? Давай поговорю с Пашей и с губернатором. Поговорить? Не, поговорить. Я сам-то отказался, они тоже хотели, чтоб я стал. Почему ты не был отказался этим-то? Так, погоди. Так. Ой, нечаянно в игру зашел. Не, я поговорю с Пашей. Ну, зачем? Подожди, сейчас. Решение. Ставить. Я поговорю тебе постоянно. Вот следующее подразделение. Ну, мне тавзон надо будет пройти, а я не смогу пройти. Почему? Так, погодите. Вторая фотография. О, губернатор в сети. Отлично. Чё ты там удумал, эй? Бля, почему они фотки большие-то? Капец, это неудобная тема. Так. US Army. Копировать. Дресс-код следующего подразделения. А, ну если я эту тему создам сейчас, то есть мне надо будет восстановить те же подразделения, которые были, верно? Да. Конечно, ты чё. Сейчас я с тобой прям поговорю, и тебе на постенок поставят. Мне дресс-код надо будет пройти. Ой, дресс-код, говорю. Обзон? Как он назывался? Обзон? Да. Я тебе буду его подсказывать, обзончик, что там будет, хорошо? Там будут спрашивать. Знаешь, что там будут спрашивать? А51 полностью, устав. Тут ты не знаешь устав? А51? Погоди, выделить не могу. Как фотку удалить туда? Не знаю. Смотри, короче, ты что, не знаешь устав? А51? О! Платончик? Погоди. Чего такое? Ты что, устав не знаешь? Наклинство. Устав армии, да. 251? Да. Там это будут спрашивать устав. Я не наизусть знаю, я могу и прочитать, и так. Ну вот, берешь, читаешь устав. Не весь там будет спрашивать, не весь устав. Я поговорю, и не весь будет устав спрашивать. Ты что? С ума сошел? Да ну, если б я хотел, я бы давно стал. У меня же возможности были. Так, у нас ВВС тоже имеется, верно? Я поговорю с этим. Погоди. Я поговорю. С Пашей? Маринфорс. Это ВВС или пехота? Нет, это пехота, кажется. Специальные силы морской пехоты США. Специальные сухопутные войска армии. Это как? Какая разница тогда? Специальные силы морской пехоты. Это типа... Это типа, которые... Это которые... Спецотряд, что ли? Ну, типа да. Типа они патрулируют. Типа, этот, как я объяснить? Вот этот... Морское. Типа море патрулируют. Это берем, это скопируем. Берем в скобочках, дописываем им. Так, это сюда. Это. Так, это. Оформи писать США.
Можно? Еще нет. Мы с США играем, правильно? США? Мы с США. Так, третий у нас US Army. US. Это специальная авиагруппа армии, то есть ВПС. Я по идее спать собирался. У меня интернет отключили временно. Так. Бля, где это? Дресс-код третий. Копировать. Ставить. Так, теперь делаем вот так. Так. Блядь, нет, не то. Это мы делаем вот так. Ой. Так. Так. В каждую вставляем по фотке. Копировать изображение. Специально целый морской пехоты. Это у нас вот так. Это, по-моему, надо переодеться, если что. Если вы хотите, чтобы устроил мусорную компанию кого-то из вас. Ты про что там? Так. Специальные сухопутные войска. Армия. Армия. Иди переоденься в этой. Тут далеко надо переодеться. Пошли, да. Покажу, где переодеться. Позови свою подругу. Позови подругу свою. Это Форстер, это... Вот здесь просто переоденься, тебе прямо в другое место. Не, короче, эту систему я создавать не буду. Здравствуй, Сэм. Здравствуй. Чё, ты типа новый генерал, да? Да. А, ты здесь уже работаешь. Надо твою подругу, походу, устроить сюда. Так. Не, тогда адрес-код армии я убираю. Ставим как обычно. Эту тему я закрываю, тогда закрыть тему. Переоденься, тебе фотка устрою. Слышь, Платош, а ты на время или вот ты уже полноценно? Ты переоделся, уже работать. А, в Рио? Угу. Информация о повышении. Ладно. Бля, а чё? Это сам Генри убрал или как? Или админы убирают? Кого? Убрать. Эти, как его, скажи. Пункты? Да. Да, админы только могут, админы могут. Закрывают информация о повышении, где у нас? Что админы делают? Так. Я тебя повышение. Уже устроил. О, все, общее положение. Вот это вставляю, короче. Так, копировать. Перевод надо будет составить сейчас. Атала, а ты слышишь это? Ты как заместитель, да, министра? Ну да. Ага. Лицевой код, правила посещения, отчет о работе, состояние. Что, как дела, рассказывай, жулик второй. Бля, мать. Чё, Сэм, ты зашёл в игру? Да-да-да, я тебя искал, я тебя увидел, ты в генералицкой стоишь. Угу. Он там любит стоять постоянно, любит ли постоять. Ага. Как занял эту должность? Все, салам алейкум. Плавай, моя свобода. Так, надо, кстати, с этим, с Гелином поговорить. Чуть не забыл. Спасибо, что напомнил. Слушай, Генри сейчас по приказу Харда, но по этому, ты же видел, он у нас заместитель командира какого-то. Так, чтоб повыситься, так смотри на форуме откат. Не понял. Да нет, тут Влад меня спрашивает. Сейчас где смотреть на офф-портале? Ты смотри на офф-портале, читаешь? Я сейчас открою ее, она закрыта. А, смотри, сейчас генерал Платон, типа, откроет этот?
повышение. В портал, и тогда систему повышения ты узнаешь, как повышаться. И ты это все делаешь, и в конце недели, когда на общем повышении, ты все это показываешь. Если ничего не делал, ну, ни повышения не видать. Нет, там все равно должно быть общее повышение, без разницы, хоть он ничего не делал. Я тебя опять тихо слышу, я вообще нифига не слышу. Слышишь? Разбинник второй. Влад, чего ты еще раз говоришь? Ну, смотри, когда будет общее повышение, либо кидываешь на форум это все, где система повышения, либо самому Платону откат. Либо именно в эту группу Дискорда, там, систему повышения туда сбрасываешь. Угу. Вот сейчас теперь нормально. Только что было финансирование в каждый класс структуры на сумму 50 миллионов. О-о-о. Собирай, в чат пиши, пускай все зайдут, раздам премии. Еще раз, Влад. Так, контрактная служба открыта. Как ее убрать вниз? Так, оливка, вы же говорили, 29-й. Че я сделал? Ёпта, какой именно? Какой там Крист опять новый теперь? Так. Вот, с майора... Вот этот? С майора выше, там будет другая. А, синий? Синяя, да. Сталь? Да. Папа, этот, Полтончик, не написать по твоей кандидатуре этому, чтобы тебе на посылку поставили или нет? Не понял. Мне писать? Пойди, я тут что-то сделал. Ну, я с ним как раз разговаривал насчет этой темы, он мне сказал, да. Я что-то не то сделал, короче. Так, открепить. Я тебе сейчас руки сломаю. Полезный формат. Здравствуй. Как? Трескут армии. Что делать? Трескут армии. А кто подъехал? Трес. Это что за ху... Что случилось? Да не, ничего, все нормально. Тут просто ворота открыли, оказывается, это наш. Не, пускай на гражданских машинах проверяют багажники. Привезь, привезь. Так, мы не успели добежать, он уже проехал. Так, сейчас. Сейчас все сделаю. Тупо я все сделаю. Благодарю, дарю. Или как это пишется, благодарю на русском? Ну да. Не знаю, хочет, наверное. А кто он сейчас по званию? Не, ладно, эта тема закрыта. Так. Лизвикс! Так, информация о повышениях. Контрактная служба. А почему у меня все вниз уходит? Че там? Слушай, друг. Лизрикс этот долбоёб. Не хочешь это Полтончика поставить на генерал армии? На постеночку, а? Можем поговорить с Пашечкой. Все будет отличненько. Потом ты не против, если тебя на генерала поставим? Погоди, я тут что-то... Я не понял тут что-то. Призыв на приказ генерала. Генерала открыть нет. А, пускай закрыто пока что стоит. Оказание первой медпомощи. Балловая система повышения может открыть. Система повышения.
Так, руководители. Платон, да. Если что, я буду не в голосовом, ладно? Если что, зови. Все хорошо. Платон, давай. Я отписал губернатор по поводу твоей кандидатуры, если что. Бля, ну зачем? Ну, друг, ты захочешь. Ну, все-таки ты хочешь, все знаю, ты хочешь, Платончик. Я не пройду просто ее, понимаешь? Я тебя подготовлю, Платончик, по полной программе. Куда подготовить? У меня сейчас вот это все надо сделать. После этого еще, блядь, разобраться с другими гусами. Заявление восстановилось. Чего, блядь? Ты мне скажи, вот с этим что делать? Контрактная служба у меня... Ну, контракт, который, ну, открывай, а на это чего нужно вообще? Это тебе будет сразу по повышению на Стой. Контрактная служба. Ну? Hard Washington, она открыта стоит. Я ее закрываю. И свою делаешь. Или как ее... Свою открываешь потом. Закрыть и скрыть, да? Да, и свою открываешь потом. Потом свою открываешь. Они у меня самые вверху остались, что делать? Ну, скрой просто его тему и все. Нет, она-то скрыта у меня, в чем прикол? Ну, пусть таки будет граница. Переместить... главный, а, бля, мне уши зазвенели. Курс организации, Министерство обороны, Национальная гвардия, так далее, так. Так. Погоди, контрактная служба. Информация о поставках, скрываю я, она закрыта. Слышишь? Ну. Ты давай мне помогай. Ну, тебе помогаю, тебе говорю. Я уже... Информация о переводах. Ну, перевод, просто перевод, у тебя уже он, кстати, есть, перевод твой. Ты же его написал уже, перевод. Правильно? Нет, перевод, перевод вроде не писал. Допиши перевод. Письмо. Информация о контрактной службе. Информация. Ну давай вот эту статью тоже добавлю. Да? Да, ты зашел. Влад Гермионов. Влад. Информация о переводах. Погоди, блядь, как там было? Там. Информация о контрактной службе. Так, 1.1. Условия, при которых граждане заключают то. Так, 1.1. Так, ставим тему. Так. Закрепить тему. Так, тут я удаляю туда. Информация о контрактной службе. Первую скрываю. Так, руководителя US тоже. А почему его скрывать-то? Может поставить? Ну, можешь оставить. Только что я сделаю и все. Не, внутри-то никого нету. В чем прикол? Ну, убери, это... если нету. Внутри этот изменено и ничего нету. Так, ладно. Так. Информация о контрактной службе есть. Есть. Повышение есть, контрактная служба есть. А их нельзя как-то, бля, по красоте сделать. Приказы генерала. Это ладно, пускай стоит. Она закрыта. Снабжение. Может, снабжение открыть?
Можешь. А, заявление на поставку боеприпасов могут подавать следующие организации. Губернатор. УСД. Чего? Какой-то департамент, без понятия. Сан-Франциско. Он же закрытый вроде. А, его закрыли СФТ, полностью? Да. Ну, она вроде закрыта. Заявление на поставку может быть отклонено в случае высокий запрос. Что-то, короче. Ладно. Почему? Слушай, а почему ее закрыли? Без понятия. Заявление на генерала 51. Куратор спецотряда Фокон. Может, этот просто из отряда Фокон открыть спецотряд? Так, давай тогда сделаем вот. Приказы, станет контрактная информация. Погоди, а где ты? Отряды. Отряд, информация. Спецотряд Фалкон. Погоди, мне с кем-то переговариваться надо насчет этого? С кем? Ну, например, говорю. Ну, ты со мной уже поговорил, все, ты мне со мной поговорил, все. Тебе хватит. Нет, серьезно, я по шапке не получу то, что открыл новый этот, как его, что-то подразделение. Какая разница? Ты ж временно исполняющий. Все, твое решение. Закон. Ну, сам решай. Нет, ну, по сути, мне надо с кем-то переговариваться. С кем? Что-то. Максимум с Пашей ты можешь переговорить. Ты и все. Или со мной. Так, тогда Фалкон восстанавливает, да? Может, это ничего, проблема. Пускай спецотряд бегает у нас. Ну да. Так, патрулирует А-51, и вот как раз на патрули же выезжают, пускай они выезжают. Место СРРФ. Что можно написать? Не знаю. Так, название давай. Для спецотряда. Ну какой у тебя был спецотряд такой? Будет, пусть будет такой спецотряд, как назывался, так и остается пусть. Я честно не знаю, какое название у него. Так. Пусть будет Альфа-1. Это и все. А расшифровка как? Альфа. Ну, посмотри. Альфа-1 спецотряд. ФСБ Альфа. Ну, по сути, да, можно. А, нет, подожди, нам же американский надо. Да. США, давай. США. Так, подожди, спецотряд США. Так, ФБИ, армии. Так, поиски. Силы специального назначения армии США. Так, зеленые береты. Что-то. Девиз. Силы специального назначения армии США. Армия. Чего? Форстер. Форгис. Подожди. Око. Я ладно, пускай стоит так же. Так. Клист для них черный сделаю. Да, у них клист черный. Не, клист черный не надо делать. У нас оборона черный клист ходит. Чтоб там не путались. Да и другой какой-то цвет. Лучше будет. Ну тогда сейчас побыть. Бля, меня этот. Крышнуло. Так. Зайду в игру сейчас обратно. Другой цвет поищи. Будет потом путаться то, что типа.
Так, сейчас я одного найду. Так. Финт, сэм. Так, давай спрошу, я спецотряд открыть, нет? Ну, спрашивай. Штабы. Одна минута. Я до такой степени ленивый стал, как звание получил это. Я с раздевалки до генштаба на машине поехал. Это типа когда поставили? Сегодня, что ли? Вчера. А что ты мне не сказал, что тебе поставили, чертик? Да я спать ушел через пару минут. Mm. Ты о чем? Я даже не знаю, приказ вышел ли или нет. Слушай, а вот уже банда помирила свои с госками или нет? Да, не знаю. Так, сейчас тихо. Отлично. Так, общий вопрос будет. Общий вопрос сейчас будет. Все туда? Не, смотри, Лизерикса и Кевина МакАлистера вчера назначил на временную майорку, дал, на испытательном они стоят. Я от них, ну, Джереми, Лизерикс и Кевин от трех майоров. Слышишь? Mm-hmm. Этот. Сейчас, секунду. А то. Че, че? У меня лидер СМИ интервью хочет взять. Че ему нужно отвечать? Напиши, если хочешь, то напиши готов. А если не хочешь, напиши я занят. Все. Нет, это когда лидер стоял, и тебя же не было. У нас тут случай был, то, что мы гирты перевернули вверх дном. Я уже постоял, ой, отсидел в этом, как его, деморгане за это. Да, то, что всю гирт разбомбил. Возможно. Так, смотрите, парни, ладно, все вопросы потом. Вопрос такого рода. Спецотряд открывать, нет? Нет, нет, спецотряд у нас как бы он... Бля, как бы это сказать? Он есть, но в нем никого нету. Мы сейчас в одной форме находимся. Почему? Потому что сейчас будем снимать эти формы. А, как бы это объяснить правильно? Это форма этих мертвецов. Нет, дресс-код закрытый. Дресс-код сейчас закрытый. Да, там есть, я его потом уберу, как время появится, но в официальном портале его нет сейчас, так как он закрытый, администрация убрала. Ну чё, спецотряд открывать, нет?
Блин, в голове эта каша, я не знаю, может оставить пехоту и спецотряд, как раньше. Но у нас сухопутная и морская сейчас. Сейчас все пооткрывал, вот этот, прежние лидеры пооткрывали, я им говорил, людей не хватит, не слушали. Поуходили многие. Пооткрывали вот три сейчас официально открытые. Это ВВС, морская пехота и сухопутная. А, даже спецотряд, если не ошибаюсь, открыть, сейчас надо глянуть. Ну, по сути, да, это как бы одно, но действует в разных точках. Ну вот. Да. Вот, и у меня сейчас в голове такая мысль появилась. Зачем столько подразделений, если можно убрать и поставить несколько? Ну, как обычно, вот спецотряд и этот, пехоту морскую, либо сухопутную. Вот, Чебабу. Ну, как думаете? Не, ну смотри, этот, я на временной основе сейчас стою, меня могут убрать, и новый лидер может поставить другие свои правила в этот портал. Вот, насчет всего этого, парни, насчет всего этого, ладно, насчет лидеров, вопрос общий был, что с отрядами делать? Ну... Угу. Так. Ты можешь это прям вот, собственно, сейчас расписать, мне отправить в ДС? Распиши, вот, парни, мне это без разницы. Я и Сэм не относимся ни к каким подразделениям, мы просто в штабе сидим. Контролируем вас. Нам-то без разницы, мы работать будем. Это просто для вас, я спрашиваю. Пап, это не твое, пап? Лежит на этом. У меня лежит. Сейчас. На стуле. На стуле то что. Сейчас заталось ты. А, вот, пап, твоя куртка не это? Не, пап. Mm-hmm.
Так, пока что, парни, вот так. Я эту свою форму должен поменять, и мне, прикинь, вот эта ошибка уходит. Вы не можете менять скин у лидера организации. А ты можешь поменять, значит, через так? Панель. Через эту панель. Только там меняй. Угу. Так, все, согласны, да? Ты этот, Сэм, не поленись прям сейчас, скинь, я пока другие пункты тогда подшаманю. Да-да-да, в личку. Да что такое? Так, как думаете насчет повязки спецотряда? Советы? Черную сразу не надо, черную не надо. Но не этот парни через отца разговор давайте вести. Цвета этих, как его, мафии, банд не надо. И до красный нежелательно. Серо-зеленый, голубой, черный. Блин. А вот этот. Поставь 21. 21 поставь, гляну. Сейчас, секунду. А Талант, ты где? Я где? Я делаю заказы мусорки. Сейчас, секунду, я с этого разговариваю. Что ты говоришь? Я сейчас делаю этот в безок... Ну, типа, как вовремя. А что такое? Так, я тебе сейчас скрин скину. Сейчас, секунду. Так, Атала, я тебе в личку скину сейчас этот фоточку. Посмотри, если клист спецотряда будет такой. Ты меня куда, в ВК скинул? Нет, ДС. В 21-й. Или куда? 21-й? Да, в личку. Да, 21-й. Вот, ну, это как бы автошкола, но автошколы пока нет. Можете пока поставить такой лист. Ну, пока автошкол нету. Хорошо. Пока автошкол нету. Можете такой ставить, буквально. Поставьте карту. Ну, она и этот, как его, скажи. Под форму немного подходит. Подойдет. А красную можно ставить? Ну, можете красный поставить. А потом не будет докапываться то, что типа епошка, а умом. Какая разница? Это игра. Ну или синий ставьте, который у вас был. Кто-то мне скинул. Небо. Сейчас, секунду, погоди. Так, поставь красную. Окей, сейчас их чекну. Поставьте красный. Да, двое. Как ты думаешь? А, бля. Так. Только темно-красный один поставь. Так, шесть. У этих якудзы какая?